Наш девиз. Никогда не сдаваться, за Иисуса держаться, Он опора и щит, тот нас с Ним победит. Мы представляем вам наш символ. Можно? Нет, просто все, делайте. Ага, хорошо. Тем не видно. Давай, чуть-чуть. Давайте так, вот так. Давайте каждая команда вот тут и постоянно. А теперь нам не видно. Нормально. Если все пройдет, значит, смотрите, сейчас мы будем объяснять, в чем заключается смысл нашего символа. В нашей речевке сказано: никогда не сдаваться, за Иисуса держаться. Мы это отразили в храме. То есть мы держимся за Иисуса. За веру, правильно, да. Солнце. Солнце – это рассвет. Солнце символизирует новые начинания, да, новые знакомства, начало, новые дела. Начало. Да, проще говоря, начало. И все мы объединяемся на Сретенской лыжне, да, это вот Сретенская, да, каждый раз лыжи, и наша лыжня, на которой мы сегодня все очень здорово покатались. Вот. Ну и само название сверху, да, понимать, что, где мы находимся. Вот. Здорово, аплодисменты! Это и команды, символ команды, да? Да, да. Все правильно. Символ команды или... Символ команды. Или лыжни.